Бам, бам, бам и бам. Всем привет, вы на канале Гараж 28. В сегодняшнем видеоролике будем переделывать мультиметр на литий-ион. Всем известно, кто пользуется мультиметрами, что они питаются от батареек крона. Бам, бам, бам. И эти батарейки постоянно дохнут. Конечно, когда ты имеешь один мультиметр, вставляешь в него новую батарейку, ты о ней вспомнишь через год, может быть, даже через два. Когда у тебя 4 или 3 прибора, а у меня их 5, один из них дома лежит, то получается, что каждый сезон где-то дохнет батарейка. И это просто уже вымораживает. Вот этот приборчик, кстати, был в последней распаковочке. Итак, ближе к делу. Затягивать видос особо не буду. Вся переделка будет происходить за кадром. Покажу лишь то, что имеем сейчас, и то, что получится потом. Возможно, какой-то прибор не получится переделать. Я полагаю, что самый первый. Это у нас ДТ-830. И здесь просто нет места. Аккумулятор толком засунуть некуда. Можно, конечно, спилить две вот эти стоечки, которые поддерживают плату. Но я не сторонник это делать. В общем, проверим. Надо проверять, вообще, может ли он работать без задней крышки. Потому что сейчас дохлая батарея. Плюс-минус. В принципе, может. Значит, можно вот эту поддержку убрать. Потому что она на некоторых... Печка взорвалась. Ага, бывает. Потому что на некоторых приборах, как только плата немножко отходит, гаснет часть дисплея. Следующий прибор, это у нас ДТ-9208. У него места предостаточно для переделки. В принципе, переделается без проблем. Сюда можно даже не только маленький какой-то аккумулятор, типа от Nokia, засунуть. Можно даже 18650 быстрее всего положить. Дальше мультиметр, токовые клещи. С ним все гораздо сложнее. У него тоже особо нигде не разместится. Но так-то вот это место все свободное, по идее. Плюс, если вырезать батарейный блок, то вполне возможно, что все уместится. Возможно, переделается все. Возможно, всего 1-2 прибора. И последний прибор. Его я как бы в первую очередь хочу переделать. Потому что он будет самым часто используемым. И у него здесь довольно много места. Даже если не спиливать стойки, то вот здесь спокойно расположится аккумулятор. А вот этого места хватит расположить здесь DC-DC преобразователь и контроллер зарядки. Итак, еще самое главное, у меня есть крона, которая перезаряжается. То есть вот так вставляем микро-USB разъем, и она уходит в зарядку. Сначала она загорается зеленым, а потом включается красным. То есть она встала на зарядку. Возможно, вот здесь можно сделать пропил прямо в корпусе с запасом. И оставить вот эту батарейку, которая является аккумулятором перезаряжаемым. Не городить никаких контроллеров, никаких преобразователей. Просто пользоваться ей. Итак, что нам нужно для переделки, помимо самих мультиметров? DC-DC преобразователи. Это у нас MT-3608. У них по заявленной спецификации входное напряжение от 2 до 24 вольт, а выходное от 5 до 28. Здесь подстроечный резистор. Он идет под отвертку, то есть является многооборотистым точным и позволяет очень точно выставить выходное напряжение. Ну и заряжать все это дело будем по классике через контроллер зарядки ТП-4056. По аккумуляторам есть небольшая кучка 18650. Есть еще какой-то от Sunerica аккумулятор, но его состояние неизвестно. И есть куча плоских аккумуляторов, вот таких. Вот этот флай довольно неплох. Иной, не помню от чего даже. Мой старый Huawei-чик, еще какой-то аккумулятор, ни разу не паянный, то есть даже не проверенный. Вот, еще и ТП-шечка здесь нашлась. В общем, есть с чем экспериментировать, посмотрим, что получится. Бам-бам-бам. Еще бам. Итак, что я сделал? Скол, конечно, надо будет заделать потом. Как и говорил, самый простой вариант. Здесь выпилил окошко для кроны, которая является перезаряжаемой. Окошко специально сделано большое, на случай, что разъемы-то тоже разные бывают. Некоторые большие, некоторые маленькие. Итак, как видим, все срабатывает, заряжается. Следующий мультиметр 9208. Здесь сделана кнопка отключения. Почему? Потому что преобразователь напряжения MT-3608 имеет ток холостого хода. Он небольшой, но приборы могут неделями, месяцами не использоваться. И аккумулятор просто будет постоянно садиться, находясь в одной связке с преобразователем. Поэтому пришлось сделать разрыв. Включается, само собой, по классике этой кнопкой. А здесь мы обрываем всего лишь питание. Здесь сделан вырез в самой галоше в защитном кожухе. Также вырез в задней панельке. И что мы имеем внутри? Все само собой на термоклее. Вот он модуль. Вот преобразователь напряжения DC-DC.
питание перед ним рвется после аккумулятора. Здесь ТП-4056, здесь 18650 аккумулятор. Аккуратненько закрываем. За кадром, само собой, закручу потом саморезы. Все, отлично работает. Следующий, который пришел из Китая на этой неделе. Здесь все сделано по такому же принципу. Включаем питание, потом выбираем нужный предел. Тоже прорезь в чехле. Здесь прорезь в съемной крышке батарейного отсека. Тоже пока еще не собран. Аккуратненько вскрываем. И абсолютно такая же схема. МТ-3608, преобразователь DC-DC. Там ТП-4056 на задней крышке. И 18650, также разрыв питания DC-DC преобразователя. Но единственное, что я не сделал, так, проверим еще зарядку, само собой, да. Здесь видно индикацию, то есть он заряжается, уже заряжен. Здесь то же самое, индикация идет. Так, и остался 830 мультиметр, он у меня не переделан, остался на кроне, само собой уже собран. Благодаря ему выставлял напряжение на преобразователях. Хотел засунуть туда вот этот аккумулятор, но так как я о нем вообще ничего не знаю, об этом аккумуляторе, я решил пока не рисковать. Вдруг он там, не знаю, на 200 мА всего остался и будет каждую неделю дохнуть. Это во-первых, во-вторых, слишком мало места. Ну, этот аккумулятор можно сюда положить, прямо на плату. Здесь разместить и ТП-шку, и МТ-шку. Куда-то здесь вот сбоку, нет, не здесь, здесь разъемы идут, вот здесь вынести выключатель. Но, повторюсь, об аккумуляторе толком ничего не знаю. Поэтому протестирую или найду другой аккумулятор и потом уже переделаю. Само собой, видеоролик по этой переделке снимать не буду. Итак, кроме 830-го, все три прибора переведены на литий-ион. Ну, здесь, честно говоря, даже не знаю, литий-ион или аккумулятор, который является кроной перезаряжаемой. А быстрее всего литий-ион. Эти же два мультиметра полностью переделаны. И, по крайней мере, у меня закончилась, так скажем, эпопея тусовки с кронами. То есть, неважно, есть крона, нет крона, достаточно одну крону раз в год раздобыть вот для этого мультика. И то, так как он не единственный, я всегда могу воспользоваться другим этим, или этим, или этим. И как только где-то сядет аккумулятор, у меня здесь 4 зарядника. Быстренько воткнул. И все. Зарядка идет, пока сходишь, поставишь кофе, то все, 5-10, даже не полностью заряженный аккумулятор уже будет нормально работать. Заодно при зарядке, при экспериментах, при настройке заметил, что индикатор низкого заряда батареи загорается на 7 вольтах. Больше 7 он гаснет, то есть если крона на 7 вольт, она еще тянет прибор. И он еще работает с этим индикатором приблизительно до 5 вольт, потом гаснет. Кому понравилась переделка мультиметров с кроны на литий-ион или видос был полезен, ставьте лайки, свои царские лайки. Подписывайтесь на основной канал, лайв-канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, Яндекс.Дзен, ТикТок, ТикТок. Всем спасибо за просмотр. Как всегда, всем всего самого наилучшего и всем пока. Так, доп. Материалы. Вот, 830-й раскрытый, да, сюда можно вот так аккуратненько положить. Ну, не сюда, а вот туда или сюда. Куда-нибудь можно вмастырить, в общем, аккумулятор. Единственное, на высоту этого аккумулятора подпилить вот эти стойки, чтобы они все-таки оказывали какое-то удерживающее свойство. Также сюда, допустим, вот так расположить МТ-шку, потом поверх через изолятор проложить вот так ТП-шку. Все это само собой закроется, но единственное, придется, наверное, куда-то дел выключатель. В общем, придется, наверное, убирать вот эти клеммы, все равно от них провода отпаивать и сюда ставить выключатели. И это будет довольно неудобно, когда выключатель вот здесь. Очень удобно было бы выключатель вынести сюда. Хотя можно и сюда вынести, в принципе, ну не факт. Глубины, возможно, не хватит. Плюс у меня здесь прожаренный, так скажем, проплавленный корпус. Так, батареечку возвращаем на место. Кстати, надо выбрать лучшую батарейку, да, пользоваться дальше. Так, 20 вольт. Вообще по нулям. 3 вольта. Это еще почти 8 вольт. Вот она и остается. Почти 8 вольт. Ну и как и говорил, даже на 8 вольтах индикатор низкого напряжения на батарее еще не горит. Также все приборы у меня обычно висят на дальней стенке в гараже над верстаком. Здесь изначально было крепление под болтик или гвоздик. Здесь я сделал. Здесь надо будет что-то тоже придумать. Возможно, другое место просто придумать для прибора. А здесь просто на гвозде вот так висит. Так,
Надо еще корпус немножко заплавить. И здесь залить все пластмассой. Кстати, думаю, но пока еще не надумал. Возможно, куплю себе 3D-ручку. Детская забава, конечно, но вот всякие вот такие вот заливать отверстия. Я думаю, 3D-ручка должна справляться на отлично. Она работает по принципу термоклея. Туда подается не стержень, а пруток получается. То ли ПВА, то ли ПВС. Я не помню, никакой ПВС, какой ПВА. ПВА это клей, ПВС это кабель. Ой. ПЛА, во как. ПЛА пруток идет, то есть пластмасса определенного диаметра, определенного цвета. И по принципу термоклея через горячее жало моторчик подает этот пруток, он расплавляется и в виде жидкости, ну, расплавленной пластмассы куда-то наносится. Короче, все понимают, о чем разговор, что такое 3D-ручка, надеюсь, никому объяснять не надо. Вот теперь все. Всем пока. Так, всем пока вырезать, всем пока позже буду. А вот моя старенькая переделочка. Что с тобой? Что-то такое. ESR-метр. Который вот так аккуратненько туда ставишь. Хоп, выключил. Вставил. А он, блин, включается, когда туда падает. Надо немножко скобку удерживающую получше сделать. Вот, кстати, приборы все, которые у меня тут используются. 830, 9208 и токовый клещ. И куда здесь, блин, повешать его? Ну, разве что вот здесь сделать какое-то крепление. Не крепление, а тоже удерживающую скобу. Чисто, чтобы под рукой был. Вытащил и все. Тут все в щупах. Это самодельные щупы плюс родные щупы для всех этих мультиметров есть. Ну да, куда-то надо будет приделать. Можно вот это место... Нет, тут ножницы нужны всегда. Короче, придумаю куда-нибудь. Пока что свободное место только вот здесь. Короче, у меня вообще все стены, блин, забиты. Просто тупо все завешено везде. И это, блин, мое проклятие. Все. Нужно больше стен, наверное, а не светодиодов, да? Да, не успел прибор только прийти с Китая. Недели не пролежал, как тут же его переделали. Он, наверное, очень недоволен этим. А я доволен, мне не надо искать крону. Минус, кстати, этой переделочки, ну как минус, появившийся непонятный глюк, вот допустим на 20 вольтах оставил, включаю, и он не включился. Надо вернуться в ноль, то есть в выключенное состояние, потом включиться. При резком обрыве питания, в принципе, он возвращается. Но если выключить надолго и включить, придется возвращаться в пункт off, а потом опять выставлять на значение. Вот, пожалуйста. Оп. Оп, такая вот фигня. Все. Теперь точно все. Спасибо, что досматриваете до самого конца. Это был Гараж 28. Двое из ларца. Одинаковы с конца. Всем пока. Перевешал клещи сюда. Надо немножко саморез подлиннее сделать. Тут просто примотал магнит, а там пластинка. Правильнее, конечно, было сделать наоборот. Там разместить магнит, а здесь пластину. Потому что когда он будет вот так валяться, он будет собирать на себя всякую стружку железную. Болты, шайбы, гайки, все будет прилипать. Поэтому чуть-чуть попозже переделаю. Ну, вот так, кстати, самое удобное. Не надо попадать, ничего, просто хоп и готово. Вроде даже держится.